Всем приветики. Всем приветики. Да, это панда. Вот. И что я хотел вам сказать. Теперь у меня больше свободного времени, чем раньше, но я не могу играть в игры так много, как раньше, потому что мои глаза, они устали, они постоянно щипят, болят, как-то режут, когда я смотрю в любой экран монитора или, ну, монитора компьютера или экран телефона. Плюс ко всему, у меня еще есть головные боли в висках. Это все, наверное, из-за ночных смен, которые меня вымотали. Поэтому я должен сделать, наверное, какой-то перерыв. Но я не знаю, чем мне заниматься. Я так привык проводить время за компьютером. Это прекрасно. Но теперь я не знаю. Не знаю, что мне делать теперь. Потому что чем мне заниматься теперь без моего ПК? Даже не знаю, надо заниматься чем-то другим. А чем? Без понятия. Вот. Так что придется меньше. Меньше играть в игры. Такие вот дела. Да. Это пандочка. Блин, прикольная штука на самом деле.